Приветствую вас, друзья, на своем канале. Здравствуйте. Христос воскрес. Хочу сегодня показать вам свою Мадину. Давно я не писал видео на русском языке. Извиняюсь за ошибки. Я как бы не учил русский язык, поэтому извините за ошибки. Хотел сегодня показать свой вольер. Алим, привет, если смотришь это видео. Вот мой вольер для Мадин. Он примерно 2,40 на 1,40 м. Ставим такие окна. Здесь у меня стоит вода, там каша, песок и зерно. Что я хотел вам показать? Вот, смотрите, я ставил домик, гнездовой домик, но они сделали... Вот смотрите, как они делали гнездо. Там внутри. Там внутри стоит самец. Вот самка. Коричневая. У них там сейчас 6 яиц. Там я клетку начинал делать с бамбуковой палочки. Посмотрим, как получится. В общем, как бы так. Здесь я планирую еще один вольер делать. Еще одну перегородку делать для попугаев. Посмотрим, как будет. Я на ночь включаю вот такой светильник. Включаю на ночь, потому что когда захожу, выключать свет. Самец гуляет по вольеру. А они на ночь вдвоем засижу и яйца. Поэтому я включаю этот светильник. Не знаю, что-то может не так я сделал. Пишите, пожалуйста, в комментарии, что не так, что можно изменить в этом вольере. Так, как-то так. Спасибо, дорогие друзья, что вы со мной. Ну и покажу на улице, как у нас уже позеленело. Посмотрите, как красиво уже все расцветело. Это черешня, там чуть ниже вишня, яблоко и так далее. Смотрите, подошла кушать. Здесь у меня растет пшеница, корм тоже для них.
не знаю, получится, не получится. Хорошо, дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Алим, спасибо за доверие. Спасибо тебе за советы. До свидания. До новых встреч. Пишите, если хотите, чтобы я чаще делал видео на русском языке. Пока-пока.